Всех приветствуем, всем добрый день, добрый вечер, доброй ночи, кто когда смотрит. Вы на канале Антон М, меня по-прежнему зовут Сергей, и видео будет из названия поймете про сено. Сколько мы истратили сена. Челлендж, запущенный крестьянами и деревней Окунево. Да, так сколько же мы потратили сена? Ну, чтоб в продолжение данного челленджа условия, значит, надо оговорить. Значит, первое, надо сказать, сколько голов, да, наверное. Сколько заготовили. Ну, заготовили, считать даже не будем. Очень много мы заготовили, около 2500 рулонов. Ну, сено около 2000. Ладно, это не о том, значит, вот наше сено. Сено это в рулонах. Классовский, вот костер попадается, не очень качество. Лежало оно все в поле. И вот так вот сохранилось. Это августовское. Не очень такое сено, но видно, что оно зеленое. И это вот так вот они сохранились. Все обещал на морозе показать, как они чистятся. И не показал. Ладно. Этим сеном мы не кормим, это я сено продаю. Да, у нас в Тверской области по 1000 рублей я продаю этот рулон 250 килограмм. Но не очень берут в этом году, так как его очень много приготовили. Вот наше сено, которым мы кормим. Там маленько портится, течет навес. В общем, раз рулон здесь лежал, два, три, сверху два было, там четыре рулон был, и здесь пятый. Пять рулонов мы скормили и 50 кип. Значит, едят сено плохо. Почему едят плохо сено? Сейчас покажу. Ну, давайте сперва по количеству голов. Значит, у нас 5, 7, 8 голов. 8 бычков, где-то полугодовалых. И как бы вот сожрали они. То есть получается по рулону всего. Наверное, питаются Святым Духом. Ну, это так, по приколу. Сейчас покажу, по какой причине у нас столько мало сена ушло. Но это еще до Нового года. Я еще сниму после Нового года. Посмотрим, как это все будет. Так почему же у нас так мало сена ушло? Да, почему? А потому что мы кормим сенажом. Вот это вот сенаж. Это уже сейчас докармим. Это хороший сенаж, июньский. То есть получается как сатавы. Все листочки, все сохранено. Закваска такая кисловатая. Быков, не знаю, видно не будет. Надо опять Игорь втык вставить. Жрут сейчас, вон стоят все. Этот сенаж. И из-за того, что мы кормим сенажом, они сено не очень хотят есть. Кормим также овец сенажом. Ну, в общем, где-то, если овец не считать, то сенажа на 7, да, одного быка я уже убрал. 7, наверное, осталось у меня голов. И на 7 голов, мне кажется, будет уходить в районе от рулон, то есть вот этот 500-600 килограмм сенажа будет уходить где-то в 4, да, дня 3-4, сейчас у нас 3 дня с овцами, ну, значит, где-то 4-5 дней будет рулон сенажа. Сейчас покажу его в рулонах. Заготовили мы где-то в районе 400 рулонов сенажа. И один раз в день подкармливаем, но очень сильно перебирают это сено они. И не особо не едят его. То есть вот он. Получается. Вот такой вот сенаж, вот этот. Аванпаковская пленка. Пленку это дешевая, вон немецкая-то. Да, немецкая маленько не домотали.
Из-за этого как бы сено у нас очень плохо идет. Так что пишите продолжение видео, так как говорится, по-нерусски челлендж. Сколько у кого осталось чего и как его едят, и с чем его едят. Так что вот так. Крестьянам и окуневу привет. Ладно. Вот такое коротенькое видео. Вот такой коротенький челлендж. Продолжение про сено.